Привет, друзья! Сегодня хотел бы рассказать вам, как при помощи строительного нивелира можно измерить размеры салона, если, допустим, повреждена средняя стойка, и оценить его симметричность. Пример буду показывать на одной из машин. Итак, пример буду показывать на этой машине. Машина разобрана. Перпендикулян стоит ровно по центру машины. И также машина выставлена по уровню. Ну и теперь можно производить измерения. Измерять буду от кромок стоек. Сначала от правой. Поверхность здесь не важна. Как мы видим, здесь 69,5 сантиметра. И затем от левой. Также измеряем от той же точки и смотрим. Здесь у нас получается 74,5. То есть 69,5 от одной стойки, 74,5 от другой стойки. Значит, разница у нас 5 сантиметров. Так как правая стойка битая, значит, на 5 сантиметров ушла в салон. Ну и после таких измерений я знаю, куда тянуть и сколько тянуть. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Артур. Пока. Подписывайтесь на мои новые видео.